Тотжинском районе устанавливаются причины смерти трех местных жителей, в том числе двух малолетних. Сегодня около 9 часов утра в правоохранительные органы района поступило сообщение об обнаружении на месте возгорания избушки, расположенной на Чабанской стоянке в местечке Эдекхем села и Тотжинского района, тел трех местных жителей, в том числе двух малолетних детей. Предварительно установлено, что на территории данной Чабанской стоянки обнаружены тела местной жительницы 76 года рождения, а также двух малолетних детей 2014 года рождения. О произошедшем возгорании на Чабанской стоянке сообщил еще один пострадавший. Мужчина, который был позднее госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами 80% тела, который позднее скончался в медицинском учреждении. В настоящее время следственными органами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И еще одно происшествие в тот же. Спасатели республики ведут поиски женщины, потерявшейся в тайге. 20 сентября от единой дежурно-диспетчерской службы Тотжинского района поступила информация о том, что без вести пропала женщина. В район поиска незамедлительно были направлены спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. По сегодняшний день поиски результатов не дали. Местечко Улухыр, 125 километров северо-восточнее от населенного пункта Торахем Тотжинского района, группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда из 6 спасателей и 1 единицы техники продолжают поиски потерявшейся женщины при сборе орехов. За прошедшие сутки обследовано 7 квадратных километров. На сегодняшний день поиски продолжаются.